So working with them at the simulations, during the lectures, during the classes, and various other parts of the training, that was the most... Меня зовут Анна. Я очень рада, что я являюсь частью большой программы международного сотрудничества. Я очень рада представлять свою страну в этом деле большом. И я счастлива быть частью этого экипажа. Я очень благодарна каждому и всем, кто работает и продолжает стараться, вкладывать свои силы и трудиться, чтобы наша общая программа, наше международное сотрудничество, наше общее дело продолжало жить. Всем спасибо. I'm Nicole. I'll be the commander of the Crew 5 mission, and we are just excited to be here and to share with you in our Crew 5 and Expedition 68 mission. We are ready to go.